Всем привет, с вами Флок. Посмотрим новое видео от Рамиля на трек «Сияй». Давным-давно, на самом деле, должен был выйти, давным-давно должен был выйти данный клип, данное видео. Давайте, погнали, потому что песня взорвала прямо все. Давайте. Ну, блин, ну извините меня, 2 минуты опять. Ну, хотя и трек, по-моему, коротенький. Так, я понял. Анонимщики. Были бы другие цели мысленно, и твой поцелуй тут был бы ни при чем. Целый мир, что дотла горит. Покажу звезду, чтобы сжигать. Слушайте, идея прям крутая. Сидит в обществе анонимных кого-то там, не, вряд ли алкоголиков, и изливает душу. Но это прям так, знаете, по-американски, я бы сказал. В России, я не знаю, есть такое у нас или нет. Может быть, есть, но, скорее всего, оно не распространено. А вот в Америке, за рубежом, в Англии, вот там вот прям вот вообще, в Европе, только так практикуется. Давайте смотреть. Эй, смотрите, какая рядом там сидит с ним. Кукла. Я просто подожду, ласкал зрасти. Не надо нежность влюбленно закати. Я подал из того, чтобы распяти. Кто много говорил за меня, постой, я не вкусил. Говоришь, устроим сладкий. Я что принял нас за столь. Покидай, созвать и стой. Сияй, сияй. Если твой телефон, ты увижу не я. Сияй. Для меня полюбитый мотив. Я за тобой по пятам. Ты от меня в этом клипе так чувствуются его душевные переживания. Сразу видно, что этот трек был записан просто, знаете, ну, с очень сильным посылом он, этот трек, и записан был, вот, вероятно, он как раз-таки из-за этого. Из-за того, что его кто-то ранил очень сильно. Ну, вот у него, в принципе, все треки такие, да, душевные, но этот он просто, блин, от него аж мурашки идут. Либо, знаете, это опять же вот это вот просто «Сияй», может быть, это опять же посыл к нему, он к себе обращается таким образом, что типа ты сияй, не обращай ни на кого, делай то, что умеешь, делай то, что любишь. А может быть, действительно тут дело в том, что вот как раз таки кто-то его очень сильно обидел в свое время. Но, тем не менее, данный трек я просто заслушивал до дыр. Ну, блин, тут всего 2 минуты. Ты только начинаешь слушать, он уже заканчивается. И так его можно раз 20-30 послушать. Вот серьезно, не заметить, если... Ладно, посмотрели с вами видео от Рамиля, новое видео на старый трек. Ну, действительно, трек уже не новый, хотя вышел, конечно же, в этом году, но, тем не менее, очень крутой трек и не менее крутое видео. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр. Пока.